Меня зовут Жакеева Гулира, мне 35 лет. Приехала из Кыргызстана, город Бишкек. Я работаю медсестрой в Центре материнства и детства, роддом номер 6. Уже на протяжении 10 лет. Наша работа достаточно сложна. Самое главное в нашей работе – это здоровье и благополучие матери и ребенка. У меня есть мама, родные, братья и сестры, есть две дочери, и я очень счастливый человек. С детства я занимаюсь танцами. Я занималась сама, без каких-либо кружков. В дальнейшем я начала изучать это по интернету. Также с детства я пою. Это все я называю творческим хобби. На сцену я выхожу впервые. Конечно же, есть волнение. Главное – хорошо выступить. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Гулира. Что вы сегодня нам покажете? Танец. Восточный танец. Если вы готовы, начинайте. Я уверен, что вы прекрасная медсестра. Но над танцами, особенно восточными, я вижу, что вам это нравится. Но прям необходимо еще поработать, если вы хотите быть не только медсестрой. То, что вы вообще решились и пришли сегодня на эту сцену, вышли, то это большая победа. Вы молодец. И я хочу пожелать вам только удачи и не теряйте веру в себя. Спасибо.